Привет, друзья, с вами Булавцев Михаил, и я хочу сегодня провести обзор монопода из каталога Oriflame номер 10. Вчера мы получили свой заказ, и давайте посмотрим, что же здесь за монопод, который предлагает нам компания Oriflame всего за 299 рублей на текущий момент, с огромной скидкой 60%. Давайте посмотрим, что же он из себя представляет. Вот такой вот маленький монопод, который в сложном состоянии составляет всего 18-19 сантиметров. Давайте посмотрим, из чего он состоит. Это ремешок, который очень удобно крепится у нас на руке, можно на кисть, в зависимости от ширины вашей уже руки, кулака. Очень удобно и комфортно всегда использовать данный ремешок и не бояться при занятиях активным видом спорта, при фотографировании и для съемки видео, то, что монопод у вас случайно выпадет и упадет, разобьется вместе с телефоном. Вот. Все. Следующее. Идем снизу вверх. Ручка. Очень качественная прорезиненная ручка. Приятно держать. Рука вообще не скользит. Довольно-таки приятно. Следом у нас идет кнопка. Наш монопод без Bluetooth, то есть моноподы связываются с телефоном двумя способами, по Bluetooth или же по проводку, по такому проводку, который вы подключаете, разъем 3,5 мм мини-джек, вы подключаете его к телефону и, нажимая кнопку, вы делаете снимок. Следом у нас идет сам механизм, который крепит у нас телефон. Он прорезиненный полностью и очень крепко держит наш телефон. То есть можно, сейчас я сразу поставлю телефон, можно, вот все, телефон зафиксировался, и можно трясти, сейчас я сразу воткну штекер, и можно трясти, ничего с ним не выпадает. Вот смотрите. То есть вы будете бегать, прыгать, телефон у вас будет всегда на месте. Итак, выдвигается наш монопод на длину 75 сантиметров. То есть вот такая вот огромная у нас получается удочка, даже не влазит в кадр. Вот такая вот у нас большой монопод. Подходит абсолютно для всех телефонов, неважно какой у вас телефон, какой модели, какая операционная система. Если он новый, то вам даже никаких программ не надо будет устанавливать. Если телефон у вас более такой вот старенький, не нажимая кнопку на моноподе, вы наблюдаете, что снимки не делаются, то мы просто-напросто заходим в Play Market и скачиваем первую попавшуюся программу, указав в поиске монопод. Таким образом, мы в дальнейшем для съемок с участием данного монопода будем уже нажимать не стандартную камеру нашу, а данное приложение, которое мы с вами установили. Обращаю ваше внимание, здесь посередине, по всей длине имеется бороздка, которая не позволяет скручиваться нашему моноподу. То есть, как бы вы его ни взяли, в каком положении вы его возьмете, в таком положении он у вас и будет снимать. По диагонали, прямо, кверх ногами и так далее. То есть, перекручивания самой телескопической трубки не будет 100%. Ну, в принципе, и все достоинства данного монопода, минусов пока не выявлено. За эту цену 299 рублей, а для зарегистрированных пользователей она еще меньше на 20%. Просто потрясающий монопод. И давайте посмотрим, что можно делать с помощью этого монопода. Можно сидеть дома и делать фотографии. Можно ехать на пляж на велосипеде и снимать видео. Можно сидеть и снимать видео. Можно стоять и снимать видео. Можно бегать и снимать видео. Можно плавать и снимать видео. Ну, как
как вы поняли, Monopod потрясающий, позволяет нам активно отдыхать, наслаждаться жизнью и делать красивые, сочные, красочные фотографии себя и своих друзей. Как вы видели, кататься на велосипеде можно с ним, купаться можно с ним, бегать, отдыхать. Еще в планах зимой сноуборд и на будущий год прыжки с парашютом. И я уверен, что данный Monopod мне очень поможет в нашей активной жизни, спортивной активной жизни. Берите на вооружение и заказывайте.